мельница. И затем я проверяю, и вы делаете еще мне по 5 бросочков каждого. Сейчас подготовьтесь. Справа, влево. Единственное, что интересно, так берет или не нравится. Сюда. Раз. А возьмите вот отсюда, вот отсюда. Вот чтобы вот отсюда было. А вот это оно как бы не очень хорошо. Так. Пастухов 5 бутылки будет оставлять. На. Только несколько. Не только не ты. Выходи, нечего воду пить. А что он делает? Пальцы перемазывает. К ногам, да? Пальцы к ногам. Хитрый Пастухов. Так, встали, мельница. Значит, смотрите, делаем. Один раз вправо, один раз влево. Один раз вправо, один раз влево. А поскольку? 3 вправо, 3 влево. Приготовились? Аджи. Тынка. И дрябка. И меняемся. Тынка, дрябка, меняемся. Тынка, дрябка, меняемся. Так нельзя кидать, это замечание, предупреждение. Так, все, ты делаешь плохо, будешь падать. Даник, вы делаете плохо, придется наказать. Работаем! Стынга дряпта, баскимбат. Стынга дряпта, баскимбат. Стынга дряпта. Учись. И так же в другую сторону. Все, теперь он кидает. А
А борьбы на ногу. А ты что, умеешь? Да. Ты что, знаешь, что не знаешь? Ты же не умеешь. Ну, делай, покажи. Оторви. А за удержание, что мне дал, ты крутишь. 3 секунды, 3 балла. Следующее делай. Видите, волдаться от моего борьба. На ногу. Вот у тебя очень хорошая особенность. Ты всегда все делаешь, когда я отворачиваю. Полчаса смотрю, не можешь. Кто-то отвернулся, он сделал. Вот тут 2 сестрички ходят. Здесь они 3 раза сжаться не могли. А там они 18 раз сдали. Как они сдали, я не знаю. Последнюю минуту боремся в партере, потом в стойке. Даник, не ложись на спину. Держи его, Владимир, и лег вместе с ним назад и держишь, и все. Вроде бы. А так? Бердо. Так, одели курточки. А чья это курточка? Дениса, наверное. Без Конана. 2, блин, лентяя. Бросит все и уходит. Ну что, готовы? Первая схватка. Чемпионат Европы. Четыре минуты. Чистого 5, грязного. Еще раз, Пастухов, все приемы без падения. И когда делаешь бросок, старайся, да, в ту сторону или руку держать, или двумя руками. Готовы? Так. Тебя надо нагрузить, чтобы тебе плохо было. Дайте мне. Могу его 5 раз бросить? Нет, наоборот. Готовы? Посмотрим. Хаджими! 3 схватки по 5 минут. Моток не выиграешь, получишь. Да не выиграю. Что случилось? Я на что? На дапали. Я уже. Иди туда. Там. Проиграл. Борит. Тренировки. А?
А что спрошу? Куда? Ну, вот, вот так и стоит. Так и стоит. Сейчас она отойдет, ты будешь бороться дальше. Владимир, на ковер. Держитесь и не бросайте. Вот. Возьмите захват и не бросайте друг друга. Взяли захват. Вот так и стоит. А ты говорил не выиграть, ты пон. Победили Сергей Анатольевич. Так и пон. Конечно и пон. А говорил, что ты не выиграешь. Летел как птица, блин. Красавчик, ладно. Только думал тоже сделать, что понятно. Он из колен тебе сделает, если надо. Через плечо. Опа! Красавчик! Да, Влад! Красавчик, сын! Это называется подсечка под сухого. Красавчик! А чебаняска это будет бросок Влада Бутука. Боремся, боремся, боремся. Владимир, пока у него нога болит, 30 отжиманий, 30 приседаний, 30 раз пресс. Даник, делай то, что можешь. Давай, пресс делай, отжимания. Пошли. Хорошо, молодцы, пацаны. Вот, вот. Даник, пресс, давай, нога не болит. Давай. Пресс. А сколько? 30. Давай, мой красавчик, давай. И болевой, и болевой. О, красавчик Артем. Так красиво, да? И упал, и больно. Стыдно. А что стыдно? Нормально, вот не на силу. Ес, красавица. Уже выигрывает. Да. Стоп, стоп, Артем, стоп, Артем. Не, я бы взял, просто пожалел его. Нет, 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 не слышишь? Ты вот так вот переступаешь. Красавец, Влад. Время. Кто первый бросок сделал? Я. Влад. Кто последний бросок? Влад. Значит, победа кто? Я. Сейчас, минута отдыха, стоп, заправились. Артем, Артем, какая минута отдыха? Вперед. 30 отжиманий. Угу. Что все? Берешь чучело и бросаешь. Оно лежит. Нет, это маленькое. Вон там лежит. Угу. Да, ты вот сегодня не повезло, блин. Приду завтра, блин, без такого, блин. Даник, уйди сядь. Туда, уйди сядь. Нет, здесь не надо сидеть, а то нога болит.
А ну, 5 бросков через бедро. Так. Так. Хорошо. Ты должен мне показать 5 бросков. Значит, ты показываешь через бедро, подсечку, через грудь, с упором ноги в живот и бросок в захват за ноги. Все, вышли на ковер. Встали, приготовились. Бедро. Смотри, бедро через грудь. Мельница с упором ноги в живот. Подсечка. Подсечка с экраны. Бедро пахнет. Можешь придумать что-то свое. Встали на ковер, приготовились. Приготовились! Хаджимер! Да и пона или снова 4 минуты? Нет, схватка, 4 минуты. Мельницу. Пошел, Владимир, мельницу. Мельницу. Держи за ухо. За ухо и оп. Нет, не так грубо, а вот так. Вот отсюда, а ты берешь вот так. Вот так, за ухо. Нет, за ухо. А это смотри, не обхватываешь, а сюда оставишь. Ком? Мельница, скорее. Ну как ты мельницу делаешь? Тут не мельница вообще. Вот, вот, молодец. Еще делай. 10 раз. Молодец. Владимир, а попробуй со стойки перейти на колени. Опа! Есть сырбой пон. Подъем. Красавец. А что, э? Сырбу лучше. Я вообще, я знаю. Ну, эх, Кондрюха. Ну, еще два разика, Владимир. Тоже молодец, базарчик. Базаре. Ногами, ногами перевернись на души. Молодец. И ну, еще чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж ты его пожалел? Знал, что я не видел. Не видел. Я видел. Я что, глаза на жопе? Как ты мог видеть? Молодец. Ну, посмотришь. Андрюха. Чебаняску делаешь, Владимир? А ну-ка, чебанясочку. Голову между ног. Опа. Видишь, Чеза? Голова должна быть под мышкой. Прыгай, прыгай, прыгай! Ай-яй-яй! Хорошо. Стоп за ковром. Андрюха, смотри, зацепил, классно. Пару раз прыгнул, смотри, и ногу поставил. Ты ногу эту держи все время. На этой прыгай, этой держи, пока не упадет. Видишь, он уже умирает. Так, еще раз. Давай, давай, Владимир. Владимир! Еще. Даешь захват, Чезар очень близко подошел. Чезар очень близко подошел. Чего, завтра поборемся. Через грудь, Владимир. Падение. Падение.
Держи. Эй, 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 на шею.